Героям слава. Николай, смотрите, получается на самом деле перелет, так, Мариупольская, вот это, Бахмут, по-моему, Орловка, третий попав на Луганск. Затем все 10 основных составов, 35, 35, 36, и что, кроме угля, еще что входит? Все. Самый огромный список товаров, которые получаются. 97 тысяч рублей было выдано в 2016 году, из них это 4 тысячи рублей. И материалы, руда, лес, участие, дальше. Дальше станция экономная, там еще стоит 3 состава. Дальше просит, кстати. Привет. Выливали на все, кроме продовольствия. Продовольствие идет через Харьков, да. Через Россию. Все магазины. Оттуда что шло? Я говорю, стройматериалы шли. Лес рубляк идет, измерительные приборы, оптические приборы, пружины туда идут. Значит, кислоты.